Российский деловой реестр, журнал «Хит сезона». Мы находимся на съемочной площадке двухсерийного художественного фильма «Время собирать». И с нами актер главной роли Алексей Макаров. Расскажите, пожалуйста, о роли и ваших впечатлениях со съемочного дня. Впечатления мои волшебные. Знаете, когда 12 часов отработаешь, и когда за день 7 сцен и целое море текста, впечатления всегда просто космические. Выходишь в таком легком вакууме. А впечатление мое – это вообще команда у нас великолепная. Сотрудничаю я с компанией «Русская», сотрудничаю я с ними плодотворно и давно, уже в течение, наверное, лет 10. Очень благодарен ее продюсеру генеральному Ирине Смирновой. Вот. А что касается моего персонажа в этом фильме, ну, он, по большому счету, несчастный человек. В 17 лет он не знал, что у него есть дочь. Теперь он об этом знает. И вот сегодня весь день мы снимали то, как он это узнает, и что он во время этого испытывает, этого знания, скажем так. Алексей, вы являетесь успешным актером. Марсель Ашар говорил о том, что успех приходит к тем людям, которые встают утром и встают в хорошем настроении. Как вы настраиваете себя на продуктивную работу для того, чтобы отсняться целых 12 часов, как вы сказали? А это уже рефлекс, знаете ли, это происходит на автомате абсолютно, потому что порой иногда, если, допустим, режимные съемки или там надо какой-то утренний свет поймать, то приходится вставать и в 5 утра, и в 4 утра. Это абсолютно на автомате, в голове срабатывает датчик на работу, и после этого ты уже абсолютно, может, даже без будильника я иногда встаю, просто там за полчаса до звонка будильника я сам каким-то образом непроизвольно просыпаюсь. Это происходит уже, ты уже, организм уже готов к рабочему процессу, готов к съемкам. Настраиваюсь обыкновенно, завтрак спортсмена, кофе и вперед, погнали с песнями. Может быть, есть какие-то упражнения, там, которые помогают вам переключиться с вашего настоящего образа? Мы просто делаем наш репортаж о том, как людям, можно сказать, из глубинки достичь успеха. И вот вы, как актер, что можете посоветовать? Терпение, настойчивость, вера в себя, вера в Бога, и все получится. Да, спасибо. С вами был Российский деловой реестр, журнал «Хит сезона». И я Ксения Бордо и Алексей Макаров.